Всем привет, друзья! С вами Анастасия Кукшетал. И сегодня я снимаю уже второе видео. И я вам бы хотела показать, как поднять быстрое настроение у своей супруги, чтобы получить ресурсы. И мы сейчас быстро поднимем настроение и можем заниматься своими делами. И сегодня я бы хотела купить скин за 75 еды. Итак, для начала мы ее можем накормить и самим поесть, потому что нам надо попитаться хорошо, особенно моей мышке. И ее накормим. Вот такой скин мы сегодня купим, называется серая мышь. Так, я нажимаю на скины и одеваю мышь-рыцарь. Выхожу со своей супругой из комнаты. И кого же мы ищем? Попробуйте угадать. Конечно же, кошку. Вот. И нападаем на нее. Мы по-любому победим, так как я одет в скине мышь-рыцарь, и мне будет помогать еще моя супруга. Все, как вы видите, настроение у нее почти пополнилось, и мы можем убить еще паучка, который на нас сам напал. Еще пополнилось. Можем ее покормить кошачьим кормом. Ну, можно убить, конечно, две кошки, но мне это не нравится. И, конечно же, мне не нравится, что я получаю от своей супруги ресурсы в количестве всего-то 25. Еды, две бумаги и две нити. Легче, когда есть у нас еще ребенок, но его надо вырастить. И с него буквально можно получить 3 раза количество еды. И все. И потом его приходится отпускать. Ну вот и все. Настроение у нашей супруги пополнено. И мы покупаем новый скин. Серая мышь. Вот. Серая мышь в данном обличии скорость бега в лесу повышается на 20%, а высота прыжка в доме на 10%. Ваш ребенок также получает этот скин. Покупаем. Но моя супруга его не получит. Ну что ж, друзья, на этом наше видео завершается. Всем пока, до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайк. И пишите в комментариях свои отзывы. И о том, какое видео вы хотите, чтобы я снимала.